камеру, смотри, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество? Ребен Артур Самойлович. Еще раз, пожалуйста, громче. Ребен Артур Самойлович. Артур Самойлович, да? Национальность? Армянин. Дата и место рождения? Город Баку, 27 июня 1974 года. Место прописки? Краснодар, Криво, Базарный, 27. Место проживания? Там же. Там же? Где работаете? Не работаю. Последнее место работы? Не работал. Не работали вообще? Ну, учеба, место учебы? Не было. Переводы в судимости в милицию? Судимости? Не было. Ни переводов, ни судимости не было, да? Нет. Переводы были, судимости. Переводы по какому поводу? Беспочвенные в основном. Ну, что-то, проверка документов, хулиганство, алкоголь или что? Не было. Не было, да? Шрамы, наколки на теле, следы от операции есть? Ожоги? Ну, есть операция. Какая? Желчный пузырь удаляли. Желчный пузырь, да? Ну, это справа на брюшной полости, да? Да. Налево повернитесь. Другим боком ко мне. Ко мне лицом. Телефон есть домашний? 38-13-34. Сотовый? 34-26-36. Вопрос есть тут? Я все. Артур, ты представляешь себе к ворам закона? Да.